МВД Чувашии отмечает столетие. К этой дате в ведомственном музее открыли новый зал, посвященный Великой Отечественной войне. Вот этот пулемет 44-го года выпуска, он стоит на бруствере. Вот. Оригинальность его подтверждена, поэтому он так гармонично вписался в нашу экспозицию. Среди подлинных экспонатов и карта Берлина на немецком языке. В музее МВД задались целью показать будни рядового красноармейца и передать дух времени Великой Отечественной. А вот о буднях стражи порядка разных десятилетий рассказывают основные экспозиции музея МВД. Какие были они первые милиционеры? Вот, глядя на эти фотографии, вы видите, что есть милиционеры пешие, есть милиционеры конные. То есть это был основной костяк, рабочий костяк. 100 лет назад была образована Чувашская автономия, и революционный комитет начал формировать органы власти и управления. В их числе начали собирать областную рабоче-крестьянскую милицию. Так, официальным днем образования милиции Чувашии стало 6 июля 1920 года. В день столетия отличившимся сотрудникам вручили медали и ордены за заслуги перед Чувашской республикой и другие ведомственные награды.